очень медленно, нужно, чтобы голова у нас не достала до этих железяк. Хорошо. Так, а что здесь делать? Ё-моё, ребят, что я натворил? 99%, 999,99, impossible. Короче, это невероятно сложно пройти, написал автор. Ну, давайте попробуем. Да, смотрите. Прошел! Ребята, всем здорово! С вами по-прежнему Овер, мы продолжаем играть в популярные режимы в игрушечке под названием Happy Wheels. Друзья, сегодня у нас будет реально очень много интересных режимов. Я хочу попросить вас свернуть видео и поставить большой палец вверх. Заранее вам, друзья, за это уже огромное спасибо. Ну и смотрите, первый уровень на сегодня у нас невероятно какой-то интересный. Здесь у нас 10 уровней, и нам нужно будет их с вами пройти. В общем, ребят, давайте попробуем это сделать с первого раза. Итак, первый уровень вот такой вот у нас был. Мы с вами прошли. Так, теперь левел 2. Вот такие вот треугольнички, ребят. Ё-моё, подождите, а как их проходить? Стойте. Каким образом это сделать? Я застрял на одном месте. Ну-ка, а если попробовать заново как-то это пройти, то есть назад отъехать? Я не знаю, ребят, это реально очень сложно все сделать. Давайте просто назад как-то выйдем. Получится у меня. Все, я застрял. По-моему, я, ребят, застрял. Ой-ой-ой-ой, как же сложно это все делать. Капец, ребят. Воу, минус ребенок и... Ребят, это жесть. Это реально жесть. Второй уровень просто какой-то непроходимый для меня оказался. Ладно, давайте попробуем быстренько. О, изи. Тихо! А третий уровень, друзья, я не прошел. Вот так вот мы с вами врезались. Ну что ж, это уже интересненько. Давайте сделаем рестарт и попробуем пройти еще раз. Так, ребят, короче, я теперь знаю, что здесь... Я хотел сказать, нужно быстро проходить, ребят, но не получилось. Так, давайте быстренько, ребятки. Вот так вот. Бамс. Хорошо. И теперь просто вот так вот пролетаем, ребят. Быстренько постараемся пролететь. Главное вот тут не застрять. Отлично. Давай. И последнее. Последнее. Все, пролетели. Здесь медленно, ребят. На третьем уровне здесь очень медленно. Нужно, чтобы голова у нас не достала до этих железяк. Хорошо. Так, а что здесь делать? Ё-моё, ребят, что я натворил? Ну как так? Посмотрите, просто без головы остался. Я думал, ребят, что этот уровень будет гораздо проще, но нифига, вообще нифига. Он очень сложный, друзья, очень сложный. Давайте аккуратненько вот тут проедем. Блин, у меня просто вот здесь бошку оторвало, ребят, и все, понимаете? Ладно, как, вот так вот нужно делать? А что, как мне проехать? Может, как-то сверху на эту палку надо заехать? Или вот так вот, я делаю правильно? Стой, давай, разгоняйся. Бам! Пролетай. Не-не-не-не-не, еще раз пробуем. Тихо. О, вот так, бам! Давай, хорошо, хорошо, пролазь, пролазь, пролазь. Отлично, отлично. Так, здесь, ребят, нужно перепрыгнуть. Вот так вот, бамс. Хорошо, дальше что? Какие-то просто ступеньки. О, это какой у нас уже левел, ребят? Четвертый, пятый. А, это уже шестой был? Вот так вот прошли. Или вот это уже шестой, ребят? Не знаю. Оу, тихо, пролетаем. Гарпун, да ё-моё! Вроде только руки, ребят. Вроде только руки. Мина, мина! Фу, перепрыгнул. Перепрыгнул все мины. Одна рука у меня упала. Десятый левел, это горочка, ребят. Стойте, там же мины. Там же мины. Тихо, да стой, 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 куда? Сейчас перепрыгнуть мины вот здесь. Хорошо. И разгоняемся, ребят. Сразу, сразу едем, 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 едем. И вот он финиш. Вот он финиш, друзья. Вот такой вот у нас сложный первый режим на сегодня. Мне он безумно понравился. Я надеюсь, что вам тоже. Ставим 5 звездочек и погнали сыграем на следующем режиме. Следующий режимчик на сегодня, ребят, у нас называется 99% 999,99 impossible. Короче, это невероятно сложно пройти, написал автор. Ну, давайте попробуем. Да, смотрите. Прошел! С первого раза, друзья, прошел. Я не знаю, в чем сложность этого режима, но видите, как он называется. Но мы его прошли с первого раза, друзья. Отлично, ставим 5 звездочек и погнали дальше. Следующий режимчик, ребят, нам здесь нужно схватиться за вот этот гарпун. Я схватился и... Бам! Просто финишировали. Невероятно круто, друзья. Просто шикарно. Посмотрите, это реально было прикольно. Взялись вот так в воздухе и проткнули пацана. Вот это да, друзья. Очень забавный режим.
Ставим 5 баллов и погнали к следующему режиму. Ну, конечно же, ребят, куда же без Bottle Run? Давайте попробуем пройти этот Bottle Run. Смотрите, одна нога у меня всего лишь осталась, но мне кажется, мы пройдем. Да, бам, вот так вот, с одной ногой в итоге, но прошли. Сколько режимов уже, друзья, мы прошли с первого раза? Очень много, я не знаю, на первом режиме я тупил, но потом как-то быстро, легко проходится вообще на одном дыхании, друзья. Это мне действительно очень сильно нравится. Так, ребят, следующий режимчик на сегодня у нас... Роуп свинг. Роуп свинг, друзья, у нас сейчас. Смотрите, я схватился. Ай, не долетел. Чё так сложно с самого начала, ребят? Капец. Либо это не просто сложно, а я туплю, друзья, на самом деле. Да, по-моему, я просто дурачок. Это же очень легко. Мы таких роуп свингов проходили очень много, ребят. Но, не знаю, чё-то как-то туплю. Не знаю, с чем это связано, но постараюсь, ребят, больше не тупить. Попробуем пройти. Выравниваемся. О, нифига себе, вот этого я, ребят, реально не ожидал. Вот это действительно было неплохо. Так, теперь я понял, что там нужно, ребят, схватиться обязательно. Падаем сюда. Здесь уже на изи все проходим. Так, давай, убирайся. Хорошо. Блин, нам бы вообще перевернуться, ребят, на самом деле. Оп, все, схватился и в трубу. Все, а, вот он и финиш, ребят. Оказывается, не такой вот сложный роб-свинг. Просто немножко я тупанул. Ладно, 5 звездочек и погнали дальше. Следующий режимчик на сегодня, ребят, у нас называется Star Wars Bike. Посмотрите, у нас реально Звездные войны. Мы играем за этого робота, как там его зовут. Вот, и уничтожаем просто всех на Space. Смотрите, у нас пушка стреляет. Вот так вот разламываем. Убиваем всех джедаев, убиваем всех штурмовиков, друзья. Нереально прикольный режим. Я просто фанат Звездных войнов. Напишите в комментариях, нравятся вам Звездные войны или нет. Я действительно пересмотрел очень много. Но вот, кстати, новый Звездные войны, которые выходят, мне не очень нравятся. Вот старые вообще действительно прикольные. Вот так вот по машинам, по космолетам, вот так вот просто передвигаемся, ребят. Всех уничтожаем на своем пути. Так, самое главное стрелять эти штуки. Toy Store, смотрите. Мы можем что-нибудь прикупить, ребят. Блин, я всегда хотел себе звездный меч, вот этот вот лазерный, но никогда у меня его не было и их еще не изобрели, хотя там что-то уже есть. Ладно, справились мы с этим режимом, ребята. Предлагаю пойти посмотреть на следующий режим. Настало время покидать мячики, друзья. Нужно как-то выиграть, но посмотрите, как меня просто размозжило. Ё-моё, ребят, в маленькие-маленькие кусочки просто. Ладно, делаем рестарт. И сейчас вот, плюс 3 шарика. Хорошо, нет, только не смерть. В победа! Со второго раза, ребят, мы прошли этот режим. Господи, сегодня реально очень везет. Проходим режимы буквально почти все с первого раза. Это действительно очень здорово, ребят. Следующий режимчик на сегодня у нас называется Супер Джамп. И что это было, ребят? Что это было? Давайте еще разочек сыграем. Смотрите, я схватился за эту палку. Нас вот так вот покрутило. Покрутило, и мы просто бам! И размозжили всех людей, которые там стояли и прошли этот режим. Но это больше такой фановый, друзья, режимчик. Не на скилл, не на наше умение. Но это действительно оригинально и очень прикольно. Ладно, погнали посмотрим, что у нас там следующее будет. Итак, ребята, очередной роб-свинг. Поехали. Попробуем его пройти. Падаем вниз. Аккуратно. Вот здесь схватим. Схватиться, да? Все, я схватился, ребят. Сейчас попробуем пройти. Написано, что это роб-свинг классический. Ну, посмотрим. По-моему, я перелетел что-то. О, все, друзья, рестартик тут по-любому. Да, не такой уж и простой роб-свинг, как оказалось. Без башки я остался довольно-таки быстро. Сейчас вообще без ноги, ребят. Но как бы без ноги можно пройти роб-свинг. В этом ничего сложного нет. Самое главное дальше, друзья, не тупить. Вот так вот схватился. Все спокойно, все аккуратненько. Едем вниз или куда-то. Да, вниз. Ну-ка, давай. Оп, поехали, поехали. Перевернуться. О, пушечка, пушечка, смотрите. И сейчас у нас финиш прям. Давай. А, не, нифига. О, да, финиш. Отлично, друзья. Прошли режим. Ну и давайте поставим ему 5 звездочек. И погнали, друзья, сыграем на последнем режиме. А последний режим, друзья, у нас называется Epic Bottle Run. Ну и давайте попробуем пройти этот эпичный Bottle Run. Смотрите, одна нога у нас уже все.
Оп, и прошли. Ну, я не совсем, друзья, понял, что здесь прям такого эпичного, но мы справились с этим уровнем. Ну что ж, ребят, мы сегодня прошли огромное количество популярных и интересных режимов. Я надеюсь, что видос вам понравился. Обязательно ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте подписываться на канал, оставлять положительные комментарии. Чем больше вы напишите положительных комментариев, тем больше шанс попасть в следующий ролик «Лучший комментарий». Ну а с вами по-прежнему был Овер. Если досмотрели ролик до конца, то напишите в комментариях слово «велосипед». Это будет реально прикольно. Узнаем, кто смотрит ролики до конца, а кто нет. Ну а я повторюсь, что с вами по-прежнему был Овер. Друзья, не забывайте подписываться на канал, оставлять положительные комментарии, ставить большие пальцы вверх. Также, друзья, не забывайте подписываться на мои социальные сети, группу ВКонтакте, личная страничка ВКонтакте, конечно же, Инстаграм. И не забывайте про колокольчик. А на этом у меня точно все. Всем удачи, ребят, хорошего настроения и пока-пока.